Привет, дети ночи, с вами Алена Вондер, ваша вампирша и мать ночи, и сегодня мы смотрим фейс юморист. Почему именно юморист? Мне писали много всего интересного из фейса, но я решила взять вот эту как первую, потому что если начинать фейса смотреть, то с чего-то такого прям очень популярного, а потом уже посмотрим другие, стопудово, я тебе говорю, посмотрим другие его песни. Что я знаю о фейсе, на самом деле, очень много. Не помню, когда он появился, в 2017 году или в 2018. Ну, короче, он сильно бесил. Из предыстории. Он сильно бесит со своими бургерами и Западом. И бесил он ровно до того момента, как появился Моргенштерн. А потом Фейс стал очень даже вполне крутым чуваком. Я даже могу переслушать эти его бургеры и Запад. Очень даже веселый чувак. Короче, круто. Все круто. Юморист. Я знаю эту песню из рекламы МТС. Видишь, какие у меня познания. Я много чего знаю. Я эрудит. Он юморист, а я эрудист. Окей, посмотрим. Есть предложение по программе. Вот новый монолог откатать на зрителей все. Угу. Сколько? Ну вот. Тебя слышно, да? Давай я пока не буду. Леша, в нем нет вообще никакой крамолы. Ты сейчас этому убедишься, потому что я тебе его прочитаю. Ага, они не поделили сюжет. Говорят, сюжет говно, переделывать надо, крамолы нет. И кто будет читать, непонятно. Люди ждут, люди подождут, он короткий, слушай. Опачки. Рок. Вот у этого человека, знаешь, он интересен, потому что у него написано рок. Все, однозначно. Какой симпатичный стал, да ты посмотри, красопед. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец КГБшник, а моя мать с автоматом. И мои дети солдаты карательных батальонов. Что-то Resident Evil такой себе устроил. Resident Evil и Far Cry и все подряд. Мои братья блестители наших темных районов. Чувства юмора и нет, ведь так бы я давно смеялся. Над жизненной ситуацией, в которую загнал себя. Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук. Поскорей бы умереть, ведь я живу напрасно. Какой симпатичный, прям красопед стал, да? И глаза такие яркие, голубые. Короче, я что-то хотела сказать. Кстати, я читала, я, может быть, не права, но ты меня перенапиши мне, что не права, что он тоже где-то лечился в психушке какой-то, как и Джисус. Что-то у него тоже какие-то проблемы с психикой были. Либо это все пиар красивый. Ну, как и Фейс в этом клипе. Макали Калкин, Калкин, мой Новый год, он снова гадкий. Что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену. Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили нам страну. Что смешно, сука, что ты там услышал? Я что, похож на клоуна? Ну, ты устал и вышел. У нас учителя бывают, банчат гашишем, а ты мне что-то затираешь здесь про своего бывшего. Знаешь, как типа, ты что мне застираешь про своего бывшего? Ты знаешь, есть учителя, которые жарят башишем, гашишем и башишем. Да нормально. Это он так ругает тебя и меня. Я юморист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хотя вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Гол, дома, юморист. Я юморист. Траки! Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хотя вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Бандиты не на геликах, на геликах мигалкой. Правильно, а? Короче, ты знаешь то, что, может, ты знаешь, может, не знаешь, после того, как он выпустил свои хитяры под названием «Бургеры в ранее Запад» и все такое, он решил потом выпустить альбом с высокой социальной ответственностью. И, конечно же, он не зашел, потому что там была, мне говорили, музыка, не то, что плоховато, скучная. И вот он как раз поднимал такие темы в этом альбоме. Ты мне напиши, если я не права. Я, правда, не понимаю сюжет. Сюжет, короче, там два мужика работают вместе, ходят в баню, как в «Иронии судьбы» вместе, и пьют водяру. Это саундтрек к фильму. Ты понял, это еще саундтрек, это еще и к фильму. Не понятно, как... Базарим языком ГУЛАГа, воздухом со свалки. Мы копим на кусок гранита из-под палки. Собираем крошки, запиваем... Опачки. Я устал, на часах почти 7 вечера. Пьем пиво с пацанами, это тайная вечеря. Я играю в гонки с мусорами. Это все не вечно, за это нож в печень. Жизнь скоротечна. Гол.
Давай подумаем о вечном. Жизнь скоротечна, надо срочно гонять с мусорами в гонке. Как он там спел-то так хорошо? Ну, короче, окей, все как надо. Танцевальная минутка. Правда, знаешь, я не понимаю, он пошутил плохо, и ты попал в блэк-лист? Или ты пошутил плохо, и ты попал в блэк-лист? Он же юморист. Кто там же юморит? Кто тут должен шутить? Красивые, кстати, эти... Сэмплик. Хороший. Эта песня не должна была быть в рекламе МТС. Не должна была она быть там. Симпатично. Оу. Ага, и что? И дальше? И как? Что, конец? Окей. Короче, песня классная. Фейс симпатичный. Сам говорю. Ну, потому что, когда я увидела тогда, он был какой-то такой пацанчик. Прям пацанчик, а тут прям вырос, подрос, возмужал, растет. Я только не поняла сюжет, давай вместе сюжет подумаем. Как же есть два мужика, один мужик говорит, я недоволен, плохой юморной номер, я под этим не буду выступать. И тот такой, да будешь ты все выступать, все нормально. Повел его в баню, водкой напоил. Он такой, да не буду я, да поехал. Потом ехали они вместе на машине. Потом, в общем, в итоге как-то он его уговорил, тот пришел в офис, сидел, смотрел, такой, херня. И не буду, и ушел, и улетел на самолете. Это то, что я поняла. Если я не так поняла, ты мне напиши в комментариях. И если тебе понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал. И до новых встреч, пока-пока.